младенчества я слышал много раз полузабытый прадедов рассказ о книге сокровенной. За рекою кровавый луч зари бывало чуть горит, уж спать пора, уж белой пеленою с реки ползет туман и сердце леденит. Уж бедный мир, забыв свои страдания, затихнул весь, и только вдалеке кузнечик, маленький работник мироздания, все трудится, поет, не требуя внимания, один на непонятном языке, один на непонятном языке. О, тихий час, начало летней ночи, деревья в сумерках и возле темных хат, седые пахари, полузакрывшие очи, на бревнах еле слышно говорят. И вижу я сквозь темноту ночную, когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг, то спутанную бороду седую, то жилы выпуклые истомленных рук. И слышу я знакомое сказание, как правда кривду вызвала на бой, и я одолела кривда и крестьяне, с тех пор живут обиженной судьбой. Ой. Лишь далеко на океане море, на синем камне, посредине вод сияет книга в золотом уборе, лучами упираясь в небосвод. Та книга выпала из некой грозной кучи, все буквы цветами проросли, и в ней записана рукой судеб могучей вся правда сокровенная земли. Но семь на ней повешено печатей, и семь зелей ту книгу стерегут, и велено до той поры молчать ей, пока печати в бездну не спадут. Но семь на ней повешено печатей, и семь зелей ту книгу стерегут, еле на тобой пары молчать ей, пока печати в бездну не природа, с младенчества запали в душу мне. Где ты, старик, рассказчик мой ночной? Мечтал ли ты о правде трудовой? И верил ли в годину искупления? Не знаю я. Не знаю я, ты умер наг и сир, и над тобою полные кипения давно шумят иные поколения, угрюмы перестраивая мир.
Yeah.